Привет, друзья! Сегодняшнее видео про выблиночный узел. Этот узел эффективен при нагрузке перпендикулярной горизонтали. Итак, возьмем ходовой конец, положим на нашу перекладину, опустим вниз и затем положим опять на нашу веревку. Вот таким вот образом. Опять опустим вниз и просунем вот в это вот отверстие. Вот такой вот легкий узел. Затянем. Затем на этом конце лучше всего завязать какой-нибудь стопорный узел. Я сделаю это обычным узлом. Итак, узел держит нагрузку по вертикали вот этой вот. В сторону, если будете заводить, возможно, узел развалится. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте пальцы.